Доброе утро, моя любимая страна. К нам приехали наши гости. Регина и ее помощница София. Араксия. Араксия. Редкое имя. Это какая армянское, национальность? Армянское имя. Сегодня у нас в гостях армяне. Украинцы – это мы, армяне – это вы. При этом, Регина, вы властница маленького питомника и маленького приюта для животных. Вот сегодня к нам принесли двух животных, покажем. Значит, первый вот такой щеночек, второй вот такой побольше, это девочка. Девочка с травмой конечности, а вот щеночек, который поменьше, возрастом чуть больше месяца, с гидроцефалией мозга. И вот здесь много вопросов, тем не менее, мы знаем, куда направить и кому направить за помощью. При этом собачка, которая лежит, как ее зовут? Это сарделька, это сарделька. Да, вот, сардельки мы назначаем препарат, потому что сардельки, судя по всему, либо травмировали ножку, либо она сама где-то ее травмировала ранее. И будем в дальнейшем Регине подсказывать, как быть с этой красавицей. Спасибо большое. Все услуги, которые сегодня были оказаны, это осмотр, это консультация и препарат, который необходим, за счет рубрики «Добрых дел», в которой вы все участвуете. Всем вам спасибо. Спасибо. Спасибо.